Неправильная разметка угрожает безопасности автолюбителей. В Саратове владельцы личного транспорта часто сталкиваются с тем, что перед перекрестком висит запрещающий знак, а вот разметка нанесена так, что разрешает поворот. В итоге многие нарушают и ставят под угрозу не только своей жизни, но и жизни окружающих. Кто прав, кто виноват, попыталась разобраться наша съемочная группа. Подробный материал смотрите вечером в информационной программе «Новости 24 Саратов».